не опоздаете? Не опоздаете. Ровно встань. Я как-то пришел на новогодний праздник. А кто это у нас тут? У него такие ресницы длинные. Там мне за руку взяла Снегурочка. И рука у Снегурочки была правда холодная. А ты настоящая? Настоящая. У тебя жар. Спецоперация ФСБ. Гражданин Петров приглашается на выход. Мужики, вы чё? Прямо чё? Ты вот придумал себе, что если ты автослесарь, то это как-то тебя оправдывает. Но ты при этом комиксы рисуешь. Она говорит, что так жалко всех этих людей, что там раз в неделю собираются. Гинекология. Что хочется заколотить их всех в читальном зале. Надо бы кровь с паркета потереть, это прям дурно становится. 39,5. Может, скорую вызвать? Он лечить людей умеет и предсказывает будущее. А у вас не будет аспирина или парацетамол? Товарищ напился и вырубился, и они его хотели с бутыльниками поменять местами с трупом. А что, у вас правда труп в машине? Во что мы сейчас верим? Да ты охренел, блин! Да с чего ты вообще взял, что это про тебя? У тебя голова не болит от этого запаха лука? У вас тут Чиполлино, что ли, сдохло?